Школьник обманул ожидания нашего телезрителя. В минувшую субботу екатеринбуржец Кирилл Береза стал очевидцем такой картины. Ну, так у нас детишки ездят на трамвайчике. Посмотри на меня, мой хороший. Конечно, тебя в школу выложим. Что-то родители у тебя совсем не хотят за тобой смотреть. Сам Кирилл поворачивал с 8 марта на Циолковского, потому не мог проследить за судьбой подростка. Но был уверен, что тот усядется на трамвайную колбасу и поедет. Однако школьник оказался не так прост. Он не собирался кататься опасным, но распространенным в его возрасте способом, а побежал вслед за трамваем, придавая ему значительное ускорение. Ребенок толкал трамвай с таким упорством, что тот, наверное, мог даже проскочить ближайшую остановку у Южного автовокзала.